Итак, эта история берет свое начало в Академии Пика Надежды, место, куда набирали учеников с абсолютными талантами. Поступить туда можно было только по приглашению. В Академию поступило 15 учеников на основной курс в класс 77Б. Каждая из них обладала определенным талантом, то есть все они были тоже абсолютными. Разумеется, также был и класс 77А, но это не так важно, и в истории он, да, почти не отражается. А помимо основного курса, Академия начала набирать студентов на резервный курс, и в отличие от основного, ученики там были обычными, проходили по входным экзаменам. Одним из таких студентов был Хаджими Хината. По некоторым причинам он был выбран кандидатом для проекта Изуру Камукура – наделение человека сразу множеством абсолютных талантов. Деньги на этот секретный проект Академия собирала с резервного курса, обучение на котором было платным. Сначала Хината отказывался, но в итоге согласился на операцию. А после операции он стал суперсоником? Нет, он потерял свою память, как оказалось впоследствии, она скорее была запечатана и отрастил длинные волосы. Его истинная личность была скрыта после этого еще долгое время, и все его знали как Изуру Камукуру. Но я для простоты, чтобы не вводить ненужную путаницу, продолжу его называть Кинатой. К этому моменту класс 77Б уже был на втором году обучения, а на первый год набрали новых студентов в класс 78. И среди новых студентов была Джунка Эношима. Истинный талант Джунка – аналитические способности. По ее мнению, надежда – это гармония, в которой все предсказуемо. А ее аналитическому уму скучно в мире гармонии и надежды, и поэтому она предпочитает отчаяние. Потому что отчаяние, по ее мнению, это неизвестность и хаос, который невозможно проанализировать и предсказать. Она поступила в Академию как абсолютная модница, и ее целью было создать самый большой, наиужаснейший трагический инцидент в истории человечества. В дальнейшем я буду называть его просто трагедия. С ней также поступила ее сестра-близнец, абсолютный солдат Мукуру Икусаба. В дальнейшем я Мукуру упоминать особо не буду, потому что она сыграла роль только в локальных событиях, но тем не менее ее стоило упомянуть, так как вместе их называли сестрами отчаяния. Джунка прознала про Хинату и пришла к нему, чтобы переманить его на сторону отчаяния. Поначалу все шло не слишком хорошо для нее, но в итоге ключевым аргументом Джунка стало то, что надежда предсказуема, и поэтому ему с его теперь уже абсолютными аналитическими способностями будет очень скучно. А отчаяние — это непредсказуемый хаос, который может развлечь его. Она пообещала ему продемонстрировать это. В Академии учился еще один примечательный старшеклассник — Митарай Рёта. Его талант — абсолютный анимешник. Он хочет изменить мир к лучшему при помощи зомбирования через аниме. Мало того, что он отлично рисует, так еще применяет все возможные технологии влияния на психику зрителя, типа 25-го кадра и тому подобного. Вскоре после того разговора с Хинатой, Джунка случайно встречает Митарая на улице. Каким-то образом он ее сразу заинтересовал, и она сказала, что это судьбоносная встреча. И она начала расспрашивать его, чем он занимается, и узнав, что он абсолютный анимешник, она попросила его продемонстрировать его работу. И была очень впечатлена ею. Поняв его силу, Джунка начала думать над тем, как она может использовать его для трагедии. И вот, наконец, пришло время Джунка продемонстрировать хаос отчаяния перед Кинатой. Она созвала студенческий совет в одном из классов и также позвала Кинату. Обратившись к ученикам, она сказала, что они должны убивать друг друга, и тот, кто останется последней, уйдет отсюда живым. Чтобы показать серьезных намерений, она сразу застрелила одну ученицу, после чего в качестве мотива выдала чемодан с компроматом на учеников с секретами из их жизни и предоставила им кучу оружия. Так началась резня, где один за другим ученики так или иначе начали убивать друг друга. И за всей этой резней все это время наблюдал Кината. В конце остался лишь один живой ученик, но и он погиб, попытавшись напасть на Кинату. Однако, уже умирая, он выстрелил с пистолета в сторону Кинаты. И хоть Кината в целом и увернулся, но пуля чиркнула об его щеку, что, как я понимаю, доказало для него непредсказуемость отчаяния. Пока шла эта игра взаимных убийств, Джунка сидела в комнате управления и записывала все это на видео через камеру наблюдения школы.
После этого инцидента Жунка разослала массовое сообщение всем студентам резервного курса, где было рассказано про то, как Академия проводила тайные эксперименты над людьми, про проект Изуру Мукура, про то, что Академия собирала на это деньги с резервного курса, и про массовое убийство школьного совета, при этом обвинив во всех этих убийствах объект этих экспериментов, то есть Изуру Мукура или Кинату. Руководство Академии попыталось замять инцидент, однако студенты подняли массовый бунт. Одним из тех, кто попытался остановить бунт, был Кёсуке Мунаката, абсолютный президент студенческого совета, выпускник Академии, а ныне входящий в руководство Академии. Точную должность я так и не понял, но похоже, что-то типа главы службы безопасности. Он довольно быстро начал подозревать Жунка Инашиму в организации всего этого, но потом его ближайшие товарищи убедили его в том, что она ни при чем. Разумеется, эти товарищи тем или иным способом попали под влияние Жунка и предали его. Тем временем, Митарай обнаружил у себя на компьютере неизвестный видеофайл. Открыв его, он увидел запись игры взаимных убийств от совета. Не успел он прийти в себя, как к нему пришла Жунка и шантажом, угрожая устроить новую игру взаимных убийств, заставила его сделать так называемое видео отчаяния. То есть, используя эти записи, применить его навыки зомбирования. После этого Митарай сбежал из Академии, куда глаза глядят. Ученики класса 77Б тоже не сидели сложа руки, и выяснив местонахождение тайного убежища Жунка, они отправились в него вместе с их преподавателем, Чисой Юкизоми, которая до этого была схвачена Жунка и уже посмотрела видео отчаяния, тем самым став его пешкой. Войдя в подземное убежище, Чиса незаметно увела в секретный проход одну из учениц, Чиаки Нанами, и затем насильно опустила ее на лифте на еще более нижний этаж. Этим этажом оказались коридоры с ловушками, через которые должна была пройти Чиаки. Разумеется, Жунка не собиралась позволить ей выжить. В итоге Чиаки после многочисленных травм и от ловушек скончалась. Также я не стал подробно вдаваться в отношения между Чиаки и Кинатой, но если вкратце, то еще до операции они подружились, там вместе играли в видеоигры, и когда Чиаки умирала, Кината стоял рядом с ней и смотрел на это, на то, как она не сдается, там, несмотря на свои ранения, и продолжает эти цели. Это посеяло в нем сомнение, настолько ли предсказуема надежда, как об этом говорит Жунка. Все эти похождения Чаки транслировались на мониторы в зал, где собрались остальные ученики класса 77Б. Жунка им представилась как та, кто это все спланировал, и также прозомбировала их всех. План Жунка по реализации трагедии шел безупречно. Все, что ей оставалось, это пронаблюдать, как чисто проводит псевдоцеремонию выпуска класса 77Б из Академии. Все они уже были прозомбированы. План Жунка состоит в том, что они теперь будут использовать свои таланты и влияние на максимум для достижения максимального хаоса в мире. Инцидент вышел за пределы Академии, и люди начали протестовать против богатых и талантливых. Первоначально он был распространен через интернет, но в конечном итоге развился до такой степени, что стал частью общественного сознания, охватывая людей всех рас, культуры и социального положения. Смотря на все это, Жунка рассылает сообщение всем бутующим ученикам, что она благодарит их за работу, и теперь они должны совершить суицид. Будучи прозомбированы, они все заедино выполняют данный приказ. Тем самым, завершая церемонию выпуска, на которой по официальным данным весь класс 77Б погиб, Чис обрывает классную комнату и распускает всех учеников. Уходя, Кината сказал Жунка, что он решил проверить, что ему будет предсказать сложнее, надежду или отчаяние. Примерно в это же время Жунка связалась с Монакой, дочерью главы Това Групп, которая была гением, из-за чего в очень юном возрасте стала главой отдела по производству робототехники в Това Групп. Това Групп — это огромный промышленный конгломерат, находящийся на искусственном городе острове Това Сити. Они очень поднялись во время трагедии из-за создания системы очистки воздуха, которая начала активно загрязняться по всему миру. Монака дала старт производству роботизированных Монакум на фабриках Това Групп. Она собрала отцу, главе Това Групп и остальным людям, что эти роботы предназначены для спасательных работ. И также в качестве домашней прислуги, из-за ее отношений с родителями и факта того, что она гений, ей позволили делать то, что она хочет, пока это приносит деньги компании и не вникали слишком сильно в ее планы. Когда ее отец узнал, что Монакумы используются для убийств, он попытался остановить производство.
Но Монако не позволила это сделать путем шантажа. Она сказала, что расскажет Джунка об этом, и тогда все узнают, что за производство роботов-убийц ответственна Това Групп. После всего, что произошло, директор Академии Пик Надежды выступил с идеей плана убежища. План заключался в том, чтобы сделать из Академии автономный бункер, в котором бы жили оставшиеся ученики, класс 78. Идеей было отгородить символов надежды от быстро распространяющегося хаоса в мире. В то же время Муноката, Чиса и другие остались во внешнем мире, чтобы попытаться вернуть его в равновесие. Чиса, конечно же, все еще оставалась промытыми мозгами, так что пока что лишь притворялась, что находится на их стороне. План убежища был переведен в действие. Но он оказался обречен с самого начала, потому что среди оставшихся учеников, которые потерялись в убежище, оказалась Джунка и ее сестра Мукура. Джунка удалила у всех учеников всю память о их школьной жизни в Академии, из-за чего каждый из них не понимал, почему их тут заперли и что вообще происходит в мире. После чего Джунка вооружилась роботизированными монокомами для скрытия своей личности от них и для того, чтобы их контролировать, и начала школу взаимных убийств. Оставшиеся ученики должны были убивать друг друга. Главным правилом было то, что если один ученик убивает другого, и потом оставшиеся не могут доказать его вину, то он выпускается из Академии, а остальные будут казнены. Если же вина доказана, то казнят самого убийцу. Чтобы создавать им мотивы для убийств, Джунка взяла родственников или близких им людей в заложники. Одной из заложниц была Камару Наеги, младшая сестра Макото Наеги, одного из учеников класса 78. Она была заперта в гостинице в Това Сити, как и другие заложники. Кроме того, все это транслировалось в прямом эфире по ТВ на весь мир. То есть миллионы зрителей смотрели, как эти ученики, которые являются воплощением надежды мира, убивают друг друга. В ходе школы взаимных убийств один из учеников, Чихиро Фуджисаки, абсолютный программист, реализовал в жизнь свой старый проект, который он разрабатывал ранее для некой компании, программу искусственного интеллекта под названием Alter Ego. Проще говоря, он засунул свою личность в программу, которая может полноценно думать и общаться. Сам же Фуджисаки погиб в ходе этой убийственной игры, как и большинство других оставшихся учеников. Среди погибших также были и Джунка Инашима, и ее сестра. Оставшиеся 6 учеников переиграли ее. Однако еще до своей смерти Джунка успела сделать копию альтер-эго, записав свою личность туда. Об этом потом еще долгое время никто не знал. Выжившими были слева направо Тока Фукава, абсолютный писатель с освоением личности. Второй личностью является серийный убийца Геноцид Джек. Далее Аои Асахина, абсолютная пловчиха. Гьяко Ятагами, абсолютный наследник. Кёко Киригири, абсолютный детектив. Макото Наеги, абсолютный счастливчик, или как его прозвали, абсолютная надежда. И Ясухиро Хагакуры, абсолютный ясновидящий, предсказания которого, по его утверждению, сбывается с вероятностью 30%. К моменту окончания школы взаимных убийств уже существовала организация под названием «Основатели будущего», состоявшая преимущественно из учеников Академии Пика Надежды, но также и из других талантливых людей со всего мира. После смерти Джунка их основной целью была борьба с остатками отчаяния, теми 15 учениками из класса 77Б и Кинатой, сеющими хаос по всему миру. Пятеро выживших во взаимной школе убийств, то есть все, кроме Тока Фукавы, были приняты в ДД основатели будущего, а Фукава была назначена стажером из-за ее раздвоения личности. Ей необходимо было придумать способ контролировать свою вторую личность, Геноцид Джека. Выяснилось, что контролировать время, которое она проводит в образе Геноцид Джек, можно ударом электрическим током нужного вольтажа. В какой-то момент основатели будущего получили информацию о заложниках, которые ранее были использованы как мотив для школы взаимных убийств. Отряд во главе с Бьяко Ятагами отправляется в Това Сити, чтобы освободить заложников. И хоть им удалось спасти от смерти Камару Наеги, в целом отряд потерпел поражение, и они разминулись с Камару. Тока Фукава тайно проследовала за отрядом Юки и в Това Сити, и в итоге, встретив Камару, они вместе участвовали в ряде событий в этом городе, где действовала банда маленьких детей с пультами управления Монокумами во главе с Монокой, которые звали себя воинами надежды. Также в городе присутствовали двое из остатков отчаяния – Нагита Камаеда и Хаджими Кината. И также искусственный интеллект в лице Джунка был внедрен в двух Монокум, которые помогали организовывать события.
конце концов, Фукава и Камару подружились, разобрались с воинами Надежды и решили добровольно остаться в городе, чтобы навести в нем окончательный порядок. Основатели будущего обнаружили остатки отчаяния, схватили их и отвезли на остров Жаберуок, для того, чтобы погрузить их в программу нового мира. Симулятор виртуальной реальности, напрямую синхронизирующийся с мозгом пользователя, для того, чтобы попытаться снять с них эффект зомбирования и вернуть нормальное состояние. Однако Кината привез с собой искусственный интеллект Джунка и запустил его в систему перед тем, как их загрузили в симуляцию. В симуляции они должны были прожить мирную развлекательную поездку на остров Жаберуок во главе с искусственным интеллектом Усами. Однако запущенный вирус, то есть искусственный интеллект Джунка, смог все-таки взломать систему и начать убийственную школьную поездку в лице Монокумы практически по тем же правилам, что и школа взаимных убийств. Каждый, кто умирал в симуляции, не мог очнуться и в реальности, хотя технически оставался жив. В итоге трем членам основателей будущего, Киригири, Наеги Макото и Бьякуе, удалось помочь застрявшим в виртуальной реальности расправиться с искусственным интеллектом Джунка, однако большая часть из них умерла в симуляции, так что они не могли очнуться и в реальности. Наеги принял решение оставить очнувшихся, теперь уже бывших остатков отчаяния, на острове. Далее. Основатели будущего собрались в секретной штаб-квартире на острове, которого нет на картах. Среди них были Казуо Тенган, основатель и директор основателей будущего, также бывший директор Академии Пика Надежды. Кёски Мунаката, вице-председатель основателей будущего и, в отличие от формального главы Тенгана, имел реальную власть в организации. Чисто Юкизоми, все еще находящийся под влиянием видео отчаяния. Митарай Рёта и другие. Некоторое время назад Тенган начал осознавать, что план по уничтожению отчаяния в мире через грубую силу порождает только больше отчаяния в людских сердцах. В какой-то момент в прошлом Чисто принесла ему флешки с видео отчаяния и сказала, что его создал Митарай Рёта, и что его способности можно использовать для создания видео надежды и тем самым вылечить мир от отчаяния. С того момента Тенган начал разрабатывать план, как заставить Митарая использовать видео надежды. В штаб-квартиру был также вызван Наеги Макото для того, чтобы выдвинуть ему обвинение в измене в связи с укрытием остатков отчаяния на острове Жаберуок. Однако не успел суд с ним толком начаться, как вступил в действие заготовленный план Тенгана. Финальная игра убийств. План состоял в том, чтобы Митарай, думая, что это транслируется на весь мир, наблюдал со стороны, как главы дивизии основателей будущего раскрывают внутренние распри и будут убиты вдали от общественности. В то же время Рёта будет вынужден использовать глобальную радиовещательную станцию объекта, чтобы показать человечеству во всем мире свои видео надежды, положив абсолютный конец отчаянию, промыв мозги миру, чтобы люди не чувствовали ничего, кроме надежды. План был бы безупречным, если бы Митарай не проник каким-то образом в место проведения игры. Игра была полностью автоматизирована, так что она закончилась только тогда, когда выжившие смогли выключить электричество во всем комплексе. Однако Митарай в конце получил предзаписанное сообщение от Тенгана, где тот объясняет ему суть плана, что стало последним толчком к действию для Митарая. Он начал использовать видео отчаяния на отряды оставателей будущего, чтобы они не мешали ему и чтобы они защищали его от тех, кто пытается его остановить. Он отправился к радиовещательной станции и начал загрузку видео для трансляции на весь мир. Но к этому моменту на помощь подоспели бывшие остатки отчаяния, класс 77Б, который в полном составе восстановил Хаджими Кината благодаря своим приобретенным талантам. Они смогли пробиться к радиостанции и после долгих переговоров в последний момент уговорили Митарая остановить начало трансляции. Позже бывшие остатки отчаяния решили записать видео, на котором заявили, что это они устроили финальную игру убийств. Сделано это было для того, чтобы не портить репутацию основателей будущего. После чего они вернулись на остров Жаберуок. Помимо шестерых бывших участников школы взаимных убийств и Митарая, из глав основателей будущего в живых остался только Мунаката, который в итоге ушел из организации, сказав, что у него есть своя ноша, какие-то свои дела, в общем, ушел. На этом трагедия заканчивается. Спустя несколько месяцев было принято решение снова открыть Академию Пика Надежды, которые помогали восстанавливать в том числе и вернувшиеся из Того Сити Тока Фукава и Камару Наеги. А Макото Наеги стал ее новым директором. И на этом моменте
мы переходим к Данганронпа V3 Healing Harmony.